Гейс, с вами Шмиги, мы продолжаем проходить игру под названием Тести Блоя. То есть съедобное море, либо типа того, съедобное синий, съедобное голубое и типа того. Окей, побежали. Наша цель просто жрать все, что у нас есть. A Tale of the Goldfish. История золотой рыбки. Поехали. Игра выйдет где-то всего на 3 серии. В смысле, подождите. Так, мы ж уже здесь были, нет? История заново идет. А, смотрите, теперь нам нужно вырасти аж хер знает насколько. Сейчас мы скоро вырастем и опять, наверное, выпрыгнем в раковину. А прикиньте, там будет сковорода посередине. А нет. О, смотрите, теперь не так близко, как раньше. Почему мы играем в тот же самый уровень? Я не могу этого понять. Может, это, знаете, за все время? Теперь мы, типа, фул историю слушаем. Как она стала огромяной рыбой. Ну, или типа того, я не знаю. Ну, на этот момент мы уже тогда с вами закончили. А нет, смотрите, мы еще растем. Растем. Мы типа будем сейчас поедать все, что раньше поедали. Только на это у нас ограниченное хп. Окей. Значит, попытаемся выживать. Чтобы нас при этом не съели. Я даже не знаю, кого здесь лучше в приоритете есть. О, теперь знаю. Так, места уже мало. Для мышки. О. Хрум. Не-не-не-не. Подожди немного. Знаете, мы огромными там станем. Если мы только наполовине, а мы уже съедаем лодки. Хотя они такие огромные. Ты смотри, я сейчас и тебя уже скоро съем. Знаете, оно ускоряется все. История одной рыбки. Да, здесь походу город. Типа, куда мы выплыли с самого начала до конца. Сейчас мы съедим город, в котором мы с вами родились. О, тихо. Вот это опасно. Ай. Тихо. Лучше не рисковать, мне кажется. Нет, нет, нет! Чёртовы ракеты! О, мы еще раз выросли.
военные корабли! Воу-воу-воу, я понял вас. А вы знаете, насколько... Это трудно. Это труд... Ха-ха-ха. Ну ладно. Ай. Просто меня могут убить. А я этого волнуюсь только. А я умирать не хочу. А я уже покоцался. На некоторых. Мне лучше на китах фармиться. Тупые лодки. Подождите. А, что я уже ждать? Вы можете уже не ждать. Да. Уворачиваться надо. Мне кажется, эти ракетки уже боеголовки мне нихера не сделают. Хотя, кто его знает, лучше не рисковать, да? Все. Help, I have new fish, sold me. Помогите, я favorite fish, sold me. Я немного потерял свою рыбку. What do you want to be about? Ох, рыба ест все. I play this you. Don't everything. То есть это конец истории рыбки. Окей, давайте сделаем таким образом. Я сейчас закрою, но вы, наверное, поймете. Хотя, ладно. Не страшно. Заставили, короче, прыгать дельфином. Дельфин увидел новую историю про рыбу, которая сжирает все подряд. И теперь мы играем с вами за пингвина. Маленький нужно. Ладно, сейчас я подожрусь. Короче, у нас в одной серии должна быть история кого-то. Ну это не очень легко, знаете, особенно если я еще и умру. Это вообще будет не круто. Сколько мне еще жрать? Давайте я тут... Ай-яй-яй, тихо, не рискуй. Трюки вытворяю. О! Ну ж как вам поплавать, а, с людишками? Так, моржики, поехали. Гнать. Ну что, поехали в море? Дельфин, который тоже решил стать большим и прожорливым. Ну, за акулу, мне кажется, там будет неудивительно. Ну, поехали. Coral... К...
кренч. Коралловый бриф, либо что-то типа того. О, Немо могу есть. Это, знаете, Немо и Дори. Жалко, что тут отсылок нету на тех самых Губка Боба. Хотя, может быть, есть. Кто его знает. Да, за рыбой охотится. Не, здесь, если очень быстро у тебя мышка, типа, много очень места, то тут ноль проблем будет. По скорости, типа, выполнять. Я пока медленно ем, потому что рыбы... О, все, водоросли пошли. Отлично. Так, скултресур. Манать, мы сразу золото начали. Ха. А почему я не могу эти черепа съесть? Просто. Animus and Octa. Осьминог и что-то еще. Вы знаете, игра как спрут, в принципе. Вот, все. Ой. А, мне цветки урона носят. Ни хера себе. Ой. Понимаете, их и можно есть, и нельзя есть. Я их могу есть. Потому что они мне ничего не нанесут. Так, тебе еще рано есть. Коконутс. Ай, кокос сожрать. Манать. Вот это будет долго, я думаю. Знаете, можно постоять, подождать, пока кокосов наплодится. А потом... Ах. Это, знаете, очередная реклама Баунти. Поехали, поехали. Ух! Ну здесь уже не пишут, сколько мне нужно их... Ну, размер какой иметь. А нужно просто 100 кокосинов съесть. Ну ладно. Вот это будет не так уж долго. Только то, что они на поверхности плавают... Да. Давай. Ладно, сделаем по-другому. Тупые волны. Ну. Едь. Так. Кокосовый берег. Еще немного. Едь, 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 едь. Готово. Ливигуард Ланчион. Ладно. Так, ну, хотя бы водолаза меня не трогает. Обратно. Так, спасательные круги. Поехали.
Пытаемся за счет спасательных кругов. Мне нужно больше спасательных кругов. Ох, когда людишек смогу есть. Ох, им уже не везет. Что вы тут плаваете, а? А их не достать, видите? Вот их не достать. Вот везет вам. Заштерились там. Ну вы все равно с берега не уйдете этого. Я вас съем по-любому. Я сразу говорил, что съем вас. Так, ладно, здесь больше ничего интересного. А, у меня только машины есть. И лодочки. Готово. Flying. Полет. Нифига. Что-то новенькое. А знаете, когда дельфина выбросила ураганом, смерчем. Что-то я больше ничего не вижу. Вижу. Ха, попробую еще споймать их. Что потом вертолетики будут летать? Мне кажется, уже время приземляться в воду. О, ну, и тут есть чем полакомиться. Привет. На 3 звездочки. Джелли сэндвич. Какой-то с... О, чувствую, мне к этому прикасаться вообще нельзя. Да. Я был прав, ладно. Тогда осторожно, осторожно все это делаем. Так, тихо. Осторожно съедаем, не дотрагиваясь ни до кого. Да, без стрелочек было бы тяжко. Я могу жрать уже. Я уже всех могу жрать. И они меня током не ударят. Готовенько. Мэрпе. Да ладно. Русалы, русалки. Ох, русалочки, русалочки, как же вам будет херово скоро. Ну, там еще что-то огромное плавает. Это ж морской слон, да, если не ошибаюсь.
вроде дешевле жрать. Морских. Так, надеюсь, что смогу скоро. Еще немного попитаться этой рыбкой и чайками. Русалы. Долго мне еще прыгать, ловить этих рыб морских. О, все? Нет, а что ты выплыла наверх? Я не понял. Мне уже надоело чаек ловить. Как надоедает процесс чайка есть. О, все. Съедим поселение русалов. И стреляем. Где была Атлантида? Да нету Атлантида. А почему? Так мы ее съели. Так, я все еще должен русалов есть. О, как сколько здесь вас много. Как тихо, пропустил. Готово. Перлс, жемчужины. Какой шанс того, что меня съедят? Черт, их еще нужно и угадать. Ах ты ж, ё-моё. А, так я могу насквозь проходить. Тогда нормально. Ага, и ни в какой. Ну это медленно. А, тут только их три. Жрать жемчужину это такое. Я ж потом вас тоже съем, вы ж понимаете. У меня уже слюнки аж текут. С того факта, что я вас тоже съем. У него такой взгляд. Жемчужины. Жемчужинки. Давай. Боже. Хрум-хрум. Хрум-хрум. А я не успел. Ладно. Ну это очень медленный процесс. Долгий левел. Левел долгий. О, все, готово. Каламари. Значит, каламари. Но я вижу черепах. Я вижу черепах. О, краба вижу. Зря ты меня сейчас бьешь. Ох, зря, приятель. Сейчас я потом черепашек начну жрать. И в тебя в конце съем.
Вот и черепашки уже в дело пошли. Подожди немножечко. Да как огромный кит. Буду. В полгорода размера. Так, дельфин бесплатный. Ой. У меня что, сразу такой большой? Так, отдыхать. Так, синие киты, вас еще рано кушать. Вау. Военные корабли. Серьезно. Нихрен. Все, я понял, опасность. Тут уже опасно плавать. Все, идем на китов. Так, кальмарик, пока что поживи немного. О, город. О, очередная подводная лодка. Нет. Нет, почему морской флот? Осталось бояться только ракет и самолетов. И все. Когда мне уже не будут больные ваши ракеты. А, все. Так, барракуда Блэкфаст. Так, это вот эти ядовитые херни. Вау. Рыба какая. Почему они плывут в смерть? Их, короче, пока нету, надо нажираться. Ау. Ладно, с этим еще рано. Ага. Оп. Подожди, подожди. Рыбка. Скоро я стану королем пищевой цепи. Мне легче тогда здесь находиться просто и потом. Чтоб они не успевали. Потому что я просто дамажусь. Либо этих я рыб скоро смогу есть, либо я растения. Поэтому пока что лучше здесь находиться. О! 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 Где эти щуки?
Готово. Трисаршип. Тресковая... Тресковый корабль. О, монеты. Жрем золотишко. Так, золотые слитки поехали у нас уже. Так, пиратский корабль, да? Типа того. Так, а что еще не съел? Череп, да, еще не съел. Ага, еще катайся, еще и подходящий череп. Понятненько. Шапки. Так, здесь мы все съели, что могли. А потом еще будем от этих досок, да, чистить. Да, так оно и есть. Да я уже здоровый. Молодец. И корабль зачистил. Да уж. Остер Остерс. Чё мне здесь ожидать? Снова дилемма с этими ракушками. Ну это интересно, ракушки хавать. Это вообще не интересно. Ладно, не буду спешить. Понятно, пока что мне только жрать жемчужины можно. Ни туда, ни сюда. Понял. Дельфи, дельфи, дельфи. Осталось еще немного жрать эти жемчужинки, и я с этих крабов поплыву дальше. Ту-ту-ту-ту. Все, я уже почти с их размером. Немножечко сразу затерпеть, подождите. О, давай, я хочу вас съесть уже. И поплыть дальше. О, все, могу уже съесть. Ого! Да ладно. Это типа... Ха-ха-ха. Кайф. Типа... Я понял, хорошо. Устрица, а в устрицах еще устрицы, и в устрицах этих будет еще устрица, хотя нет.
Одну не съел, ладно. Ага. Ага. Крокодинга. Оу, да ладно. Мы теперь против крокодила сражаемся. Крокодил, а чё ты вообще сюда заплыл? Вопрос к тебе. Дружище, не ешь меня, я невкусный. Ешь лучше глупых людишек. О, все, теперь я могу есть глупых людишек тоже. Кто быстрее, да? Давай, я сейчас людишек нахаваю и тебя съем. Ай! Вот зараза. Так, окей. Что у нас по крокодилу? А по крокодилу у нас тоже можно есть. Barrel Strike. Как-то долго мы играем за дельфина. А, вон оно как. А как мне эти бычки съесть? Ладно, одну съел. Давай. Бочи, бочи, бочи. Бочки, 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 рыбки, рыбки, рыбки. Ладно, закончим. Я понял, до конца истории ждать будет, может быть, еще серию. Хотя там показывают же этот. Да. Мини-мультик, типа. Поэтому ладно, доиграем. Может быть, минут 40 еще игра побудет. Так, пальмы. Поехали в дело. Я уже как сам остров. Aircraft. А, ну это такое. Если бы они атаковали, то да, было бы сложно так. Просто ехать влево-вправо. Мне кажется, так будет быстрее. А! Я ее ускориться не могу. Да, ёлки-палки. Скоро я этот тоже корабль съем. Но вы не думайте. Не, с ускорением здесь лучше. Если именно правильно ускориться. Такой быстро и все. Ох, как же это долго. Целая минута прошла уже. А я никак не вырасту. А чё вы атакуете? Не атаковали, не атаковали, а тут на. Совсем офигели. Атакуют они. Ишь. Ишь какие. Нате. Возьмите, распишитесь, как говорится. Вы хотите, чтоб я проиграл еще от этих ракет сраных? Легко.
Смотря что они могут убить. Я не хочу умирать. Заново все это дело поедать. Не, сдохнуть здесь реле можно, поэтому лучше не коцать тебя. Тупые ракеты! Сука, и главное, стреляй в тот момент, когда я еду к нему. Давай быстрее, все, наконец-то. Ой, черт, А62. Ну а здесь сложностей никаких, в принципе. Просто плаваешь за рыбками, да и все. А, в принципе, уже мили можно есть. Готово. А, давайте, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.